Я у Нига. Как там она? Всем привет и подписывайся на мой канал Юджиния, потому что там мы пытаемся с вами не испугаться. Поэтому если ты хочешь испытать себя, прямо сейчас переходи по ссылочке и подписывайся на мой канал. Там самая жутчайшая жесть. Жутчайшая жуть. О! А сегодня мы посмотрим 30 самых необычных фотографий, которых не должно быть. Они будут какие-нибудь, наверное, загадочные, таинственные, какие-нибудь, типа, жуткие. Погнали. Да, типа, это не самая жутчайшая жесть, которая могла бы быть на фотке. Если бы, конечно, на самом деле сфоткаться, то, типа, было бы страшно, увидев себя на этом на этой фотке и кто-то сзади. Да, но когда ты кого-то видишь, то нет. Это очень давнешняя фотка, типа, вроде бы миленькая семья, много детей, но, типа, это якобы семья каких-то там маньяков, потому что просто в диване у них там человечек. Просто человечек. Ну, как бы, как писали, что это, типа, маньяки. Я такая, ну, бывает. Что здесь-то не так? Вот это вообще трешняк. Всегда этого, кстати, на самом деле боялась. Что какая-нибудь такая херня будет. А вот это прямо по-лютому. Это мне напоминает страшный фильм «Чистые зеркала», когда как бы отражение живет своей жизнью. Ну это прям кошмар. Охренеть. Я даже не знаю, что сказать. Это просто... просто пипец, когда делаешь фотку, смотришь тут же и понимаешь, что это какая-то хрень. А тут-то день не так все пошло. О, я даже сначала не заметила, что там в двери чье-то лицо. Никогда ненавидела такие фотки. Ну как человек будет реагировать, когда... о, все, фотка с другом. И тут просто на заднем фоне маленькая страшная девочка. Как потом жить после этого? Как бы... либо сваливать с хаты, либо установить эту девочку. Она, кстати, похожа на куклу Чаки. Ха, нормально, нормально. Каким вообще образом она лежит так ногами, типа? Либо она слишком гибкая, либо здесь что-то не так. Типа, обычная семья, малыш, дети, что не так? Типа, у нее, типа, ее якобы обняла сестренка, но, типа, сестренки две ручки здесь, а малышку кто-то держит за плечо. Я, кстати, видела что-то подобное уже. О, это круто. Типа, штука в форме лица. Что это? Это как бы явление природы, ничего особенного. А здесь, типа, какая-то набережная, вода. О, прикольно. Ну, а почему? Что, разве труп не может плыть там? Может, какой-нибудь серийный убийца, типа, скинул туда труп? А тут, типа, дерево очень крутое. Ну, просто когда, как бы, необычное фото красным кружочком показывается что-то необычное. Так тут показано все дерево. А, это, типа, череп. Нифига себе круто. Ну, как бы такое себе... твои руки как бы на месте, а еще чья-то рука. Может, у меня просто есть третья рука? Е-е-е, там просто кто-то зашкерился под стулом. Не, ну это я допускаю, что это как бы может быть. Не знаю, может, он там прилег где-нибудь на какой-нибудь это. Причем это там же звезды. А тут как бы пока ничего не вижу. Сейчас нам покажут кружочком. Без комментариев. Типа, тот человечек, а что не так? Почему не может просто стоять человек на площадке, на заднем фоне? Как будто бы не видно лица, но как бы вдалеке не будет видно. Ну, я считаю, что это реально обычная фотка. Слон. Ухо. Ухо опять похоже на профиль человеческого лица. Я не знаю, как это назвать. Назвать ли это обычной фоткой, типа, потому что там второй ярус, и там кровать. Типа, вполне возможно, что там просто кто-то лежит, и типа... я не знаю. На самом деле, я смутно верю в такие фотографии. Если прям конкретно что-то необычное, то да. А здесь как бы, ну, есть кровать, есть одеяло, есть тёлка, есть глаз. Почему нет?
Ну, это тоже вполне может быть. Как бы в наше время пранкеров много, поэтому и клоуны, проезжающие на тачке, тоже могут быть. А вот это уже очень интересно. Клоуны в канализациях, я думаю, до такого пранка не дошли. Это типа клоуны за но. Может, это фотошоп? А здесь, может быть, кто-то под катком? Я не знаю. А, нифига себе. Вот это как бы реально необъяснимо, потому что это как человек-невидимка, только типа видимка. О, надел мантию невидимки. Почему я с первого раза не все понимаю? А, ну пистик, ну и чё? Ну, как бы... Пистолет, обычный пистолет. Вот это, вот что я называю жестью на самом деле. И то не факт на самом деле. Типа, когда делаешь тупое невзрачное селфи, которое как бы, ну, еще такого стрёмного качества, и вот сзади появляется какая-то штука. Но на самом деле у моего близкого друга дома точно такая же практически маска висит на стене. Ну, это я не знаю, как это просто какая-то особенность супер-пупер руки, ног. Ха, прикольненько. Типа личико из футболочек. Ну, всякое может быть. Еще глазами. О-о-о-о-о-о. Ну, как бы именинницу фоткают, да, но сзади бежит кто-то. Как бы почему бы это не мама, может быть. Ну, я просто перевожу, что в реальности, в принципе, это может быть. Но только почему она полусогнутая, типа, может, она не хотела мешать фотке, откуда я знаю? Ну, может быть, это просто призрак. Девчонки, и сзади нига девчонка. Я думаю, что все подстроено. А я, на самом деле, очень скептически отношусь к этому всему, ко всем этим существам, всяким призракам. Не сказать, что они не существуют, мне кажется, они есть. Но, типа, не так ярко выражены просто. И это бывает дико случайно просто. Если посмотреть какие-нибудь сериальчики и какие-нибудь документальные фильмы, то вполне возможно, что я сейчас сижу, а тут где-нибудь просто гоняют призраки. И пока сам ты не увидишь на своей фотке какой-нибудь дикий эпик, ты не поверишь. А по сути, ну, а что такого? Ну, есть этот дух или это существо. Оно тебе не вредит? Не вредит. Но показалось, показалось. Поживет спокойно, не трогай ты его. Подкармливай чем-нибудь. Блинчиками, оладушками, там, не знаю. Если вот уже какая-то хрень начинается, то просто валить надо. И все. Спускайся под видео, заходи на канал Юджиния, и я жду от тебя подписку. И мы увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.